всем привет, с вами снова Марк Легобой, и это мой очередной влог. И сегодня во влоге я вам буду рассказывать про свою постройку, которую я начал делать. Сначала хотел сделать Infinity Blade из игры моей любимой, потом хотел сделать храм из Ниндзяго, и теперь я буду делать что-то наподобие... Я не помню, как называется этот город в Лего Муви. То есть там была такая как бы пустыня, такие дома, всякие ковбои были и так далее. Значит, как я планирую сделать? Здесь у меня, я уберу воду, наверное, или может ее оставлю, все-таки это моя фантазия, я еще подумаю. Дальше здесь будет побольше песочка. И также, естественно, здесь будет травка зеленая. Но она будет огорожена заборчиком из вот таких вот деталей. Да, из вот таких вот деталей. И здесь на горе, здесь все будет заделываться, будет что-то наподобие вот такого дома, как вот на этом рисунке. Ну, или я еще пересмотрю Лего-фильм и сделаю, может, приблизительно как там. То есть здесь будет такой небольшой мини-бар, будет закрывать с этой стороны. И с этой будет вход, и будет также второй этаж. Да, значит, здесь будет небольшая тропинка, спускается, и она будет уходить куда-то вот сюда. Здесь продлю. Она будет уходить куда-то сюда. И с этой стороны можно видеть то, что здесь будет как в разрезе показано. И с этой точно так же. Ну, в общем, вот такие вот дела. Да, я еще собираюсь купить вот таких вот три набора. Один у меня есть, один это специально будет как, ну, просто для коллекции, а три других будут для деталей, потому что вот, к примеру, одно, что тут интересное, это, естественно, вот такие вот наклейки, Keep Out также есть, вот такие вот тоже детали интересные, решеточки, всякие палочки, вот эти крылья прикольные, и вот такие вот детали тоже. И далее здесь есть лошадка и ковбои. А Эммет у меня уже будет, получается, у меня уже 6 Эмметов есть, и у меня еще будет 9 Эмметов. И ковбои у меня будут все роботы. Ну и может я буду там их смиксую с обычными ковбоями, я еще подумаю. Ну, то есть, в принципе, вот я рассказал то, что здесь будет 2 этажа, будет все выглядеть вот таким, вот таком вестерн стиле. И сзади, может быть, куда-нибудь сюда можно будет наклеить логотип The Lego Movie. И так будет немножко разместить, будет, мне кажется, прикольно. Ну вот, как я уже начал обстраивать его. То есть я здесь все закрыл, здесь сделал такие вот детали. И кажется, что это как будто каркас... Не каркас, да? Ну да, в принципе, каркас здания, его колонны, которые... под землей, то есть идет такой фундамент здесь, и вот здесь вот еще такие детали, да. Также я добавлю сюда много функций, я уже начал внутри горы застраивать все вот такими вот белыми деталями, чтобы было очень крепко и не рушилось, не шаталось ничего. И все здесь, естественно, будет застраиваться вот такими вот деталями, и также вот в таком вот стиле. И я, как уже сказал, добавлю сюда много функций. Вот первая функция. Это будет вот такая вот стена, которая она будет падать. Вот как это будет происходить. То есть здесь можно наблюдать такой единый пол. Никакого нет отступа. Все ровно я, можно так сказать, вычислил, да. И в каких-нибудь ситуациях он будет вот так вот падать. Или потом обратно заходить на место. То есть все это будет незаметно. И никаких всяких швов, ничего видно не будет. Как я его сделал? Значит, это все очень просто. Закреплялся он вот на такой вот детали. И также я использовал вот такие детали Лего. И чтобы он не уходил далеко в гору, я сделал специально вот такие вот две детальки, как выступы, чтобы он ровно перпендикулярно шел
естественно, полу. Ну, в общем, это пока все. Здесь будут двери, здесь будет бар. Ну, я еще насчет этого не подумал. Вот я начал, у меня начались каникулы, и я начал здесь, то есть опять раскидал все лего. Но я его обязательно буду собирать потом, потому что у меня решающие экзамены. И я к ним, естественно, готовлюсь. И далее я еще забыл показать в предыдущем влоге то, что некоторые коробки я разместил вот сюда вот. Там, как вы можете... Уже, наверное, вы поняли то, что там все полностью забито, там все идут, все коробки. Пока в них ничего нету, но, ну, я, наверное, вначале оговорился, здесь не детали, а здесь просто коробки. Они пустые, но я думаю, в скором времени я их заполню тоже. Ну, и, в принципе, это пока все. На сегодня был влог короткий, 6 минут. Ну, пока в нем такого ничего рассказать особо и нечего, поэтому смотрите, просматривайте мои предыдущие влоги, ставьте пальцы вверх и ждите новый влог. Я уже сейчас буду делать, и может завтра, послезавтра, не знаю, выложу новый влог уже с сделанным зданием и законченной горой. Поэтому ждите, заходите на мой канал главный, смотрите мои видео и также не забывайте комментировать. Я опять начинаю подписываться на всех. И также я уже начал подписываться на моем главном канале. Нам уже многих ребят подписался, поэтому комментируйте видео и ставьте лайки. Ну, всем спасибо большое за просмотр и пока!